Кубок дружбы. Турнір под такой назвой стартовал у Гомелі. До 17 жнівня на паркете спорткомплексу «Локомотив» за перемогу будут змагаться команды по мини-футболу с Беларуси, Украины и Армении. Вероника Гамзюкова с церемонии открытия. На другий штогодовый турнир «Кубок дружбы» у Гомель приехали ереванские «Лео», украинские «Хиты Энергия». Беларусь представляют лидеры мясцового чемпионата ВРЗ, аршанские «Витены», господари турниру «БЧЕ». Команды будут змагаться за перемогу на протягу трех дён. С многими соперниками знакомы, с «Витеном», с «БЧЕ» по чемпионату, в принципе. «Лео» мы играли с ними товарищеские игры уже, ну, с «Энергией» тоже, как бы, то есть... Все команды нам знакомы, поэтому с «Хитом» тоже ничего нового для нас нету. Интересно поиграть с хорошими командами, проверить свои силы. Поэтому, я думаю, будет очень интересная игра. Кубок дружбы – это контрольная работа для мини-футбольных клубов Беларуси. Рулявы БЧ Дмитрий Камека своим подопечным на этот турнир поставил задачу не перемогчи, а отпрацовать новые гульнявые комбинации. Перемога для чыгуночников станет приемным бонусом. Эти игры нам должны помочь... формулировки всех заданий нашей игры. Тем более, что это самая первая наша игра в этом сезоне. Львовский клуб «Энергия» приезжает у Гомель другий раз. Для украинских спортсменов это выдатная махчимость встретиться с сябрами. У гомельских командах шмат легионеров с краины суседки. Для тренерского штаба турнир – это оценка подрыхтовки футболистов, которые уходят во украинскую сборную. И много есть кандидатов в сборную, потому пристально последние лет 5 следим, особенно плей-оффные части, где лидеры между собой играют, где реальный накал. Пускай развивается футзал и почаще бы соревноваться, как бы, в подготовительном периоде, это очень здорово. Первые поединки уже отбылись. На гомельский паркет выходили аршанские «Витены», львовская «Энергия». Их встреча скончилась минимальной ничьей 1-1. Следом сошлись БЧ и ереванский «Лео». Гульня по межноминальными фаворитами турниру завершилась с таким же ликом. Беларусы не смогли утримать перевагу и пропустили у другим тайме. Турнирные баталии будут идти что день до 17 жнивня. У субботу гульни стартуют у 11 годин, початок финального матча у 16 годин. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».